Если вы открыты, я доступен вам в измерениях, выходящих за пределы вашего логического понимания. Потому что гуру — это не личность. Вы можете встретить его, поздороваться с ним, вы можете даже пообщаться, но личность или облик гуру не имеет большого значения. Моя личность устроена таким образом, что во многом, если вы более или менее объективны, эта личность будет принята большинством людей в мире. Эта личность была сконструирована тщательным образом. Она не имеет значения. Это всего лишь стук в дверь. Но если вы откроете дверь, если ваши двери распахнуты, тогда я доступен вам в измерениях, которые вы не можете понять с помощью логики. Потому что это присутствие, это энергетическая возможность. Как я неоднократно повторял, я инициировал больше людей, которых никогда не встречал, чем тех, кого видел лично. Когда люди открыты, это возможно. Это то, о чем говорит вся традиция. Если ваша дверь открыта, если вы готовы, гуру будет доступен вам. Вы могли слышать это множество раз. Гуру появится, когда вы будете готовы. Это не значит, что он придет как человек. Это означает, что когда вы открыты, когда вы готовы, это энергия, это присутствие, которое всегда стремится проникнуть, сделать так, чтобы жизнь расцвела, как солнечный свет, который всегда стремится коснуться каждого листа и цветка, каждого живого существа, чтобы подарить им цветение. К тому же стремится и гуру, потому что это не индивидуальность, это не личность, это природа благости. Вам просто нужно работать над своей открытостью. Возможно, это станет сюрпризом для многих, потому что я подумываю о том, чтобы провести массовую инициацию. Мы работаем над этим. Как создать эту открытость? Вы можете быть дома или где угодно, но важно последовательно работать над тем, как держать себя открытыми в течение определенного времени. Если вы добьетесь этого, мы можем инициировать вас, где бы вы ни находились. Мы работаем над созданием такой системы, чтобы это стало возможно. Мы очень успешно применяли это для большого количества людей в их физическом присутствии. Благодаря вирусу, вероятно, это превратится в гораздо более широкую возможность, чем когда-либо прежде. Потому что сейчас мы работаем над созданием такого метода, чтобы вы могли находиться у себя дома, но при этом быть абсолютно открытыми для этой возможности. Стоит лишь создать эту открытость, я буду не только с вами, я буду внутри вас. Это не пустое обещание и не просто громкое заявление. Я хочу, чтобы вы поняли, что то измерение, которое вы называете гуру, не является мной как личностью. Это возможность. Это большая привилегия и щедрость мироздания, что в некотором роде вы становитесь инструментом этой возможности. Быть инструментом означает, что в некоторой степени вы оставили свою личность в стороне, вы не стоите на пути. Все, что вы должны сделать, чтобы быть как гуру, держать свою личность в стороне. Если вы знаете, как не стоять у себя на пути, если это случится, вы тоже станете этой возможностью. Мое желание и благословение в том, чтобы вы познали это. Позвольте мне пройти сквозь вас так, чтобы то, чем вы являетесь, стало бесконечной возможностью. Вот что значит обрести гуру.
Пусть это станет живой реальностью в этой жизни.